Сандра и Коста, левые ЛПшники 2. У Андрея Шавин. Я понимаю, что у тебя цветной состав. Так, Красавельчик. Короче, клуб Красавельчик. Ценный состав без доната. Милинкович, Савич должен после чемпионата поменять. А, это ты про сербов? Команды готовятся выйти на поле, и мы начинаем. Для вас работают Георгий Черданцев и концы зоны вы. Можно выходить вперед, бей! С углового подает Мауро Икарди. Плохо подан угловой, мяч у вратаря. Выводит команду вперед. Наконец-то они все-таки смогли забить мяч и воплотить свое преимущество в гол. Блестяще. Тотальный футбол в действии. Он да, агрессивная манера игры в атаке просто не оставляет шансов сопернику. Один ноль. Уильямс. Хороший удар. Надо забивать! И гол он забивает. Выводит команду вперед. Наконец-то они все-таки смогли забить мяч и воплотить свое преимущество в гол. С углового подают. Елини. Мяч в сетке. Рикошетом от игрока обороны. Ход партнером. Это шанс. Забивай. Чиро Иммобиле. Что за гол? Да, и команда буквально выгрызает победу. Какой у него удар все-таки получился, а? Мастер. Ну, очко надо было. Ну что, похоже, этот гол может стать победным. Времени отыграться у соперника попросту не остается. Да, игрок распорядился предоставленным ему шансом на все 100. А ведь еще минуту назад казалось, что ничья неминуема в этом. Морено Машал. И это должен быть гол! Вот так вот! Что за гол? Да, и команда буквально выгрызает победу. Какой у него удар все-таки получился, а? Мастер!
Пока что для тренера и его команды все складывается как нельзя лучше. Да, 5 матчей все-таки не показатель уж совсем там. Виктор Ваньяма. Жермен Дефо. Дефо! И счет в матче открыт. Отлично они начали. Быстро решили забрать игру себе. И гол в этом, конечно, плане лучше. Уилшер. Это может быть опасно. Чемберлен. Отлично разыграли момент и смогли сравнять счет. Молодцы. Теперь все возвращается на круги своя. После ответного мяча. В чем только защитник думал в этом эпизоде. Удар нужен. Гол. Сравняли они счет. Отлично разыграли момент и смогли сравнять счет. Молодцы. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Жермен Дефо. Это гол! И повели они в счете благодаря этому забитому мячу. И прицелился, и ударил мощно, выбрал момент. Уилшир! Блестящее спасение! Чернышев! Блестящий! Виктор Ваньяма! Здравствуйте, я Георгий Черданцев, рядом со мной Константин Генич, и мы собрались здесь. Какая техника! Прошел пас, Гризманн с мячом. Поль Погба! И есть гол! Выходят они вперед благодаря этому забитому мячу. Причем Гризманн. Гризманн! Будет гол! Гол! Забивают еще один мяч они. Мбаппе! Это может быть опасно. Гризманн! И он забивает!
Всеобщему облегчению они выбрались из зоны вылета. Но теперь, чтобы побороться за место в высшей лиге, придется играть буквально на при... Ну что, диктору по стадиону можно объявлять: гол забила штанга. Или гол забил штанга. Вау! Вечерний Черданцев просто в великолепной форме. Георгий, твой искрометный юмор меня когда-нибудь убьет. И самый верный шанс упущен, самый верный шанс из всех возможных шансов. Пенальти успеха не принес. Пол команды обыграл, ничего себе! Хороший момент, это удар! И есть гол! Выходят они вперед благодаря этому забитому мячу. И игрок смещается в центр. Систо. Гол, забивают еще один мяч они. Тригерос. Гол, забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча. Ведь опасно. А вот это огрызнулись, вот это поймали кураж. Сократили серьезный разрыв до одного мяча. Ну что, Георгий, может быть, рискнем и поставим на ничью, а? Игра продолжается. И вот мяч влетает в ворота рикошетом от штанги. Да, действительно, здесь игроку немножко повезло. Игра продолжается. Счет 5. Видит игрок, как бить можно и забивать. Отлетает мяч от штанги в ворота. Гол! И вот мяч влетает в ворота рикошетом от штанги. Да, действительно. Здесь игроку немножко...